Старая заброшенная шахта. Ну, разве не чудо? Темно, воняет, страшно. Не то, что у меня предчувствие, но, учитывая наше дерьмо, удачу, портал, думаю, именно здесь. Коротышка, это первая за весь день твоя здравая мысль. Пошли. Принесите его трепещущее сердце в жертву к медиорте! Нет, нет, с тобой покончено! Не-не-не, должно быть больно. О, да у тебя стригучий лишай. Шухер! Не стоит терять голову. Мертвяки! Отваливайте в отвалы! Неплохо, мелкий. Спасибо. Погоди-ка! Да пошел ты! Похоже, мы на правильном пути. Нет, ну ты понял? Пути! Я все чаще думаю, что пережить конец света легче, чем слушать твою трепотню. Сейчас я тебя выпотрошу.
что сможешь победить нас. Ты смертельно ошибся! Не выйдет. Не. Так не пойдет. Ни за что. Может, гарпун твоя новая игрушка нас выручит? Клево. Это сработает. Потанцуем. Ты заплатишь за то, что сделал. Поторопись, а то этот гад съездит мне по морде! Неплохо, коротыш. Эй, Эш! Походу, этот придурок настроен на романтический лад. Неплохо, пенек. Это тебе больше не понадобится. Ого, почти удивил. Отправляйся в ту обитель зла, откуда пришел. От
убийства мертвяков у меня такое тепло по телу разливается. Вот дерьмо-то, а! Эй-эй-эй, глаза! Покажите ему удовольствие смерти! Что ты можешь? Тебе не остановить книгу. Сравнение с тьмой! Какого черта? Шутишь? Thank you.
елки. Пристен Долорус Гран... Ради бога, Эш, спаси меня! Хватит игр! Время умирать! Смертный! Скатерть и дорога! Нам бы сюда. Голубец, книга мертвых уже победила! Получи-ка. Гристендо Долор Маланте! Ну и в чем был прикол? Я бы назвал это приколом. Сначала нужно найти больше духов. Пахнет метаном. Извини. Даже не думай об этом. Да у него вши! С другой стороны, голова больше чесаться не будет. Чувствуешь, как в голове легко? Теперь твои плеча будет легче.
операции лопасти, легче легкого. Ну что ж, то теперь твой папа... Я вообще-то кричал. Это ты так самоутверждаешься, что ли? Хочу, чтобы вы знали, вообще-то я не из болтливых. И я могу молчать сколько угодно долго. Давай-ка помолчим, а? Как ты думаешь, мы когда-нибудь станем лучшими друзьями? У тебя много общего с одним парнем, задававшим очень много вопросов. Правда, тому сопляку не удалось воскреснуть. Так ты сова или этот, жаворонок? Хорош молоть языком. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Ни свиста, ни писка. Можешь помолчать хоть 2 секунды? Чуешь запах? Это какая-то крысляндия. За что мне такое наказание? Симпано и Мазоноре и... Сопротивление бесполезно. Дай-ка я вылечу тебя от необходимости дышать. Эй, парни, опять только что сам себя понял. Yeah.
Черт, это было круто. Вот таким мертвым и оставайся. Абе амерутом луфос геррикон! Покажи мне мертвеца, который тебя устроит. Упс, моя вина. Если соберешься когда-нибудь вынуть свою голову из задницы, я рядом. Можешь сыграть, коротышка? Посмотрим, кто из нас раньше язык проглотит. Поселилась в тебе. Перестань сопротивляться неизбежному. Опа! Чувствуешь, как в голове легко? Останутся только кровь до кости! Да у него вши! Опа! Большой дядька, а? Эш!
Дремнул малость? В следующий раз подумай хоть немного, прежде чем сделать. Да уж, люблю тишину. Нет ничего лучше. Ты пару минут можешь вести себя как нормальный труп? Ты какие пироги любишь? В следующий раз, как попадешься, я сделаю пару снимков, о которых ты пожалеешь. Думал, ты не выносишь долгие паузы в разговоре. Хватит. Да, живописно. Еще пикнешь, и я повешу твой гнилой язычишко себе на стену. Макинферри! Ты пахнешь слабостью! Похоже, мы сегодня закончим пораньше. В аду. Но ли мы вакате? Теготе! Склонись перед своим истинным правителем! Ставлю 10 я взываю ко всей силе мертвых! Ставлю 10 к 1, это боль. Сейчас меня еще раз прикончат. Пошевелись. Черт, это было круто. Эй, жмурики меня сейчас догадают.
скатертью дорога. Не-не-не, должно быть больно. Знаешь что, ты отвратителен. Сбрось балласт, однорукий! С другой стороны, голова больше чесаться не будет. Вздохни в последний раз, смертный! Энто ду фенторо соманде! Торо Торроман Венсу Эндуарде Визио! Дубина! Ты бы пригнулся в следующий раз, что ли? Громила, не родственник? Ну почему тебе всегда надо меня обгадить? Ну хватит разглагольствовать, пора младшенькому дать его бутылочку. Thank you.
Лейди! Бэнгам, хэнгам, вэйк! Всемогущий! Райнхард нашел Салли и мой дневник. Тогда все кончено. Еще не все. Райнхард держит ее живой, и порталов осталось всего несколько. Ты все еще можешь спасти ее и весь мир. Такси вызывали? Дорогую мне вещь. Какие ужасные чудовища. Бог мой, куда вы притащили меня? Если хотите пожить еще пару минут, начинайте писать. Записывайте все, что увидите. В истории должны сохраниться подробности исчезновения рода людского.